9 декабря 2004-го. Чемпионы НБА Сан-Антонио практически завершили матч с Рокетс. Оставалось играть всего 49 секунд, а Хьюстон проигрывал 10 очков. Поражение уже было близко к принятию, но Трейси МакГрэди был с этим не согласен. Трейси забивает 3, счет становится 76-71. Тимак проходит через заслон Яо и забивает 3 очка с фолом через Данкона. Еще одна треха от игрока Рокетс, счет 80-78 за 11 секунд до конца матча. Спёрс берут тайм-аут, и после вбрасывания МакГрэди вновь перехватывает мяч и забивает победный бросок. 13 очков за 36 секунд. Самый невероятный камбэк в истории НБА.